чё? У нас проблемы. Какие? При выезде из депо на первый путь, мана, сигнал закрыт, мана. Хотя, по идее, он всегда был открыт. Блять, отлично, сейчас отстав, что делать. Впереди, главное, горит желтый мигающий, то есть дальше светофор открыт. Чё за нахуй, чё за подъем? Да не залагал, а просто какой-нибудь умник, наверное, закрыл его. Пес опен. ПА-1. А? Свершалось чудо. Да не фриз ты, сука, ба. Какая сила. Ты кто? Где я? Кто где? Бивает. Потому что ты сел, а он просвечивает. Отправляемся. Осторожно, двери закрываются. Нет, блядь. Чтоб смотреть в дверьку, любоваться. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Обнимаю, не говорю особо. Нужно просто сказать товарищу, который в депо этот, Питон, или как его зовут, помнишь?
трогал стрелки в депо. То есть не трогал пульты вообще. Ну я могу попробовать что-нибудь придумать сейчас, погоди. Блять, тут приходит на состав и начинает автоматы вырубать, блядь. Бесит. Сделайте нормально уже. Кто вырубает? Бесит. Ку-ку. Я вырублю открытие правых дверей. Да он... Блять. Знаю, что он не трогал. Please don't touch the arrows on the round. Thanks. Я зажигаю, что у каждого есть доступ к составу. Я удачно стал. Слушай, мне читать чат каждый раз неудобно. Было бы хорошо, если бы ты говорил.